Инзаги его просто чуть-чуть опередил. Ну, красный карточка. Ну, хоть так. Буффон, вы знаете, что он умеет это делать. Против него Дель Пьеро. Вы знаете, что Дель Пьеро забивает далеко не всегда. Посмотрим, помолчим. В любом случае, игра станет интереснее. 1-0. 1-0 очень спокойно пробил Дель Пьеро. Буффон гадал и не угадал. И играть еще 20 минут. 20 минут играть. Вот эта бурная радость. Еще раз косвенно напоминает нам о том, какое колоссальное значение имеет этот матч и этот тур. Когда все ведущие команды встречаются между собой. Только Лацио выпадает. Ну, кстати, нечетное, конечно, с семи. Только Лацио выпадает. Лацио играет тоже сегодня с непростым соперником, с Болоньей. Милан Рома, Фиорентина Интер и вот Парма Ювентус. Эти матчи могут перекроить турнирную таблицу полностью. Тем ценнее победа. Победа, которая...